Всем привет, меня зовут Артем Лосев, я шеф-повар ресторана Горыныч. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить то, что едят мужчины, едят они мясо. Поэтому мы сейчас возьмем сегодня рибай. Это то, что самое доступное в магазине, можно купить, не заморачиваться, не мариновать, ничего вообще не делать. Посолить, поперчить, обжарить с двух сторон, по сути, кинуть ненадолго в духовочку, и все готово. Мясо поэтому перчим хорошенько. Я, например, люблю перец, поэтому перца прям не жалею. Наваливаю с двух сторон. Добавляю сюда же соль, оставляю прям буквально на минуту. Мясо у нас пока промариновывается, я подготовил здесь цветную капусту, брокколи, баклажан. Но нам надо в первую очередь поставить морковь, потому что морковь, она свежая, прям сырая. Я ничего с ней не делаю абсолютно, я просто вот возьму подносик, положу ее на подносик, добавлю немножко оливкового масла, добавлю немного соли. Веточку тимьяна и поставлю просто запекаться. У меня вот здесь канитомат подготовлен уже на 180 градусов. Все, сковорода дымит, кидаю без всего, без оливкового масла, без соли, вообще ничего. Просто кидаю мясо сюда. Рибай имеет довольно-таки определенную жирность свою, которую сок будет вытапливаться, жир будет топиться. Вот если вы здесь посмотрите, прям видно, вот он, видите, я масло не добавлял, а уже пошло все, то есть видите, процесс. Все, мясо жарится, с одной стороны сейчас пожарится, добавлю сюда чуть-чуть чесночка, что я с ним делаю, а ничего, просто я вот так для вкуса разомну, кидаю сюда же немножко тимьяна, тоже пускай все жарится. Вот чуть-чуть добавлю сейчас масло с оливкового, чуть-чуть прям. Овощи, которые я подготовил, дольше всего из этого готовится баклажан, поэтому кидаю их первые с двух сторон. Туда же все сразу же, кабачки, что мы там еще резали, цветную капусту, перец, брокколи, обязательно соли жарим. Так, обратите внимание, цветная капуста, бойлер, секс. Брокколи. У меня здесь есть соус, но соус я сразу же расскажу, что я его сварил заранее. Не обязательно использовать его, хотя в магазинах в том числе его можно купить готового. И овощи. Овощи. Лимонным соком. Прямо на тарелку. Оп. Я его сделал практически готовым. Чуть-чуть немножко соуса сверху,